Начинаем для начала с самых больших ям города. Ни для кого не секрет, что объем ямочного ремонта у нас небольшой на этот год, чуть больше 10 тысяч квадратных метров. Соответственно, мы будем делать этапами. В первую очередь делаем самые большие ямы. Далее делаем ямы по центральным улицам, автобусным маршрутам. Самые большие, то есть мелочь мы трогать не будем, потому что у нас объемов элементарно не хватит. И дальше приступаем уже к нанесению, к дальнейшему нанесению разметки и продолжаем уже город также приводить в порядок в соответствии. Прошлый год мы говорили, что будем делать большими картами. Мы большими картами сейчас будем стараться как раз не делать, потому что объем мы этот выберем очень быстро. А мелкие ямы, которые сейчас находятся еще в нормативном состоянии, к концу года себя покажут, соответственно, они уже будут в ненормативном состоянии. И в случае возникновения каких-либо экономий мы также будем принимать решение о том, чтобы объем ямочного ремонта на этот год увеличивать. Как правило, у нас в год обычно 15-17 тысяч квадратных метров ямочного ремонта проводилось, но на этот год ситуация зимой у нас сложная, и не раз уже говорилось о том, что зимнее содержание мы, собственно, заимствовали с летнего ямочного ремонта. Об этом все прекрасно понимали, поэтому объемы у нас в этом году поменьше.